Привет, дорогие друзья, это новый ролик по Brawl Stars. Я нахожусь на аккаунте CrySoul. Первое, что бросается в глаза, это Мортис первого уровня на 500 кубков. Но ролик сегодня будет не об этом. Я хотел бы вас спросить, что вы видели самое-самое необычное в игре Brawl Stars? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет интересно почитать. Я на самом деле не слежу за такими моментами, за всякими рекордами, багами различными и прочее. Вот что попадается, тому и удивляюсь. И сегодня, не знаю, я такого не видел. Ну, я понимаю, что это возможно. Я видел скрины в группе, но вот так, чтобы чисто мне посмотреть на это вживую в онлайне, такое впервые. Захожу в лог поединка, а здесь у него в хейсте 3 Шелли в его команде. Ну, точнее, в его команде 2 Шелли, и он третьим. 3 Шелли в хейсте. И это, ребята, не там, не 0 кубков, не только созданный аккаунт, где это реально может подобраться, когда все играют за Шелли. Нет, это высокие кубки. И еще фишка в том, что против него также Шелли и не одна. Целых две Шелли. Итого на карте 5 Шелли. Если бы вот вместо Эль Прима тоже была Шелли, это, я не знаю, это просто взрывы было. Это самое, не знаю, самое-самое... Очень маленькая вероятность, что такое может подобраться. Это бы был... Ну, это нонсенс бы был. Ребята, если у вас что-то подобное... Ну, конечно, на низких кубках такое чаще может встретиться, потому что там реально, ну, Шелли это самый первый персонаж, который появляется при создании в игре, при создании аккаунта, то на низких кубках шанс больше такое встретить. На высоких крайне маленькая вероятность. И они встретились. И сейчас мы посмотрим этот поединок, после чего я попробую первым Мортисом выиграть хотя бы одну каточку. Усаживайтесь поудобнее, ставьте лайк и подписывайтесь. А данный видеоролик сделан при поддержке компании 1xbet. Если ты увлекаешься спортом или киберспортом, у меня хорошая новость. У них там огромный ассортимент этого добра. У них большие коэффициенты, быстрые выплаты. В описании в закрепе ты найдешь самую полезную информацию, получай бонусы и удачи тебе. Ну что, поехали смотреть. Как видим, повтор уже доступен один день назад, то есть он целый день ждал, чтобы я записал. Это просто... Просто я не могу, я сделаю скрин. Одна Шелли остановилась и такая, что происходит? Карта, кстати, да, она под Шелли. Ну, даже не так, она под ближников. Ну, блин, когда три Шелли в одной команде, это не очень хорошая связка, потому что, ну, хотя бы один дальник должен быть. В идеале, если бы это был бы Бо. Вот, но у них три Шелли, это достаточно забавно, причем, что... У противников тоже есть Шелли, и не одна, а целых две. И просто вы посмотрите, сколько Шелли на карте. Вот сейчас, если минус Эль Прима будет, это просто... Я не могу. Я так хотел бы сделать красивый скрин, где они все в одном месте. А пока что счет 14-11. Они ведут, но даже суть не в этом, кто выиграл, а кто проиграл. Сам факт того, что... Ну, просто если кто не знает, нельзя взять одинаковых персонажей в глобальный режим. То есть в дружеском поединке можно это делать, в глобале невозможно. Только с рандомами ты можешь так подобраться. Вот со случайными соперниками и тиммейтами ты можешь подобрать... тебе могут подобрать одинаковых юнитов. То есть ты там за какого-то перса и твой напарник за такого же перса, да? То есть с рандомами такое возможно, но... Опять же, повторюсь, вероятность очень мала. И то, что они встретились, это прям, ну, я думаю, заслуживает видоса. Пускай на моем канале будет такой видос, я не знаю. Если бы вместо Эль Прима, я же говорю, был бы Шелли 3 на 3, Шелли... Этого я не знаю, я бы вообще офигел, реально. Вот жалко, жалко, что примат вместо Шелли, да? Но это и так слишком много, 5 Шелли на карте. Ой, смотрите, какой замес идет. Так, счет 25-27, они не так уж сильно и проигрывают, да, то есть не с таким уж и большим отрывом поражение у них сейчас, но, видимо, что-то пошло не так, остается 10 секунд до конца, и вот, 32 звезды уже, и смотрите, 33, они ведут, казалось бы, и последний выстрел от вражеской Шелли просто дает, на одну звезду они всего лишь проиграли, всего лишь на одну звезду. Но, честно скажу, что это просто... Блин, для меня это, ну, необычно. Я видел, повторюсь, я видел такие скрины у себя в паблике, где 3 быка, там, не буду врать, триллиона не видел, но что-то подобное я видел со скринов. Но так, чтобы, блин, и у вражеских, и у вражеской тимы так много Шелли, и у тебя 3 в команде, это...
Это реально круто. Я такого не видел. Для меня это впервые. Напишите в комментариях, вы удивлены или нет. Ну и также я жду ваших комментариев, что вы еще видели такое удивительное в Brawl Stars. И может у вас тоже что-то подобное было. Если, ребята, будет три одинаковых перса у ваших соперников и у вас три одинаковых перса. Не обязательно, допустим, у вас три Шелли, а у противников там три других каких-то одинаковых. Там три Була, неважно, любых. Если 3-3 и там с двух команд одинаковые персы, пишите обязательно, сниму об этом ролик Богдану Бандуре. У меня в ВКонтакте есть на него ссылочка, на стенке закреплена. Ну и мне Виталий разрешил, я забыл сказать вначале, ссылочку на канал Крайсового я оставлю в описании, подписывайтесь, поддержите, у него тоже интересные ролики. Мне Виталий разрешил попробовать сыграть на Мортисе первого уровня, тут как раз режим такой. А, еще. Я об этом в прошлом ролике говорил и сейчас скажу. Смотрите. Джин первого уровня на 500 кубков. Но я об этом уже спойлерил, говорил. Но давайте так, чтобы было еще интересней. Виталя сказал, что попробует взять 550. Первым уровнем 550. Я уверен, что такого еще, ну, я не видел. Такого я еще не видел, реально. 500 видел первый уровень, а 550, да еще на Джине. Реально, поддержите лайком, подпиской меня и Виталю тоже. На моем канале выйдет этот ролик, если он сделает 550 кубков. Поддержите, наберете много лайков. Для Виталия это будет огромная мотивация. После этого ролика он заходит на аккаунт. И сколько до конца? 5 часов он будет сидеть и поднимать. Поэтому, ну, не скупитесь лайком, реально. Я уверен, что это будет сложно. А вам поставить лайк, это изи-пизи. Но это приятно. Поехали в бой. Он сказал, ничего страшного, если я солью Мортиса, он его обратно вернет, он мне разрешил, вот, и я надеюсь, что я не солью. Ну, я не знаю, ну, Мортисом на этой карте будет крайне сложно. Ну, попробуем. Но мы попробуем. Так. Угу. Давайте, я Камикадзе. Оу, там кто, Тара? Так. Оу. Я еще две баночки стырил. Там Шелли, да? Да, Леон, Леон! Тихо. Виталь, прости. Блин, минус 7, господи, какой же арахитоид. Давайте попробую вернуть 500 теперь. Блин. Блин, мне как-то, вот, он хоть и разрешил мне сливать, но мне как-то не по себе. Это все, блин, ты еще 10-м, ладно, там каким-то 7-м, 6-м, минус 1, минус 2, ну, минус 4, ну, не минус же 7, да, как это. Я опять в центр пойду, но я отвечаю буду аккуратно. Кто-то зашел, не знаю кто. А, тоже Мортис, ну обалдеть просто. Вы видели, сколько мне хп он снес? Почему у меня еще нету банок? Тихо. Берем. Блять, Виталя, сука, я не знаю. Это пипец просто. Я не смотри этот ролик. Закрой глаза. Минус 7. Блять, ну почему? Блять, не матерюсь. В роликах не матерюсь. Но если бы я сейчас бы так загнул бы. Не знаю, если вы умеете читать по губам, то... Фух. И опять иду в центр. Скажите, это ты нахера идешь в центр, дебил? Не знаю. Ну, блин, типа, он же тоже Мортис. Ничего такого опасного не должно было быть. Ай-я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 й. Все, ушел, я ушел, ребята. О. О. Смотрите, берем вот эту какаху. Ой. Но я кого-то убью? Давайте попробуем убить. Да сука. Ай. Меня спалили. Ай. Не надо больше меня палить. Блин, а чё я в центре? Чё я? Мне надо уходить. Я правда не знаю, в кустах есть кто-то или нету. Давай затимимся, бро. Все, давай затимимся. Надо тимиться, я уверен, надо тимиться. Блин, минус 14, Виталя, это, не знаю... Как тебе? Для меня это как ножом по сердцу, не знаю. Фух, все, стоим. Вроде эта катка чуть получше, чем предыдущие две. Но десятым два раза отъехать просто стыд. Просто стыд. Ребят, поддержите Виталю подпиской. Я реально не знаю, как ему компенсировать вот эти потери такие.
Я думаю, если вы на него подпишетесь, он будет рад. Да я уверен. Ссылка в описании. О май гад. Пожалуйста, Спайк. 7 бойцов еще. Да умирайте вы уже. А, ну да, он же первый уровень. Я пытался кого-то убить. Я дебил. Я забыл, что это первый уровень, Мортис. Я пытался убить Мортиса. Оу, щет. Давайте сюда. Так, хорошо. Ну, типа, еще 7 бойцов. Как бы хорошо, но нехорошо. О. Давайте попробуем что-то придумать. Блядь, это вообще невозможно кого-то убить. Я шестым сдох. Я сдох нахер шестым. Минус один. Я последнюю катку играю. Я не так много слил. То есть, ну, вернуть Аурум. Меня приглашает Аурум. Да, если бы я сейчас принял, Аурум бы не сильно был бы рад тому, что на аккаунте CrySoul сливает кубки холдик. Так. Опять я в центр зашел. Я правда хзык. Я уверен, что я не так надо. Не, ну... А давайте попробуем сейчас. Ну а мало ли они сейчас вместе там у кого-то останется 40 хп. Я такой подойду и добью. Прикольно же будет. Блин, никого не вижу. Блин, а, у Шелли ульта. Она ультанула резко. Ай, фух. Ух, давай затимимся, окей. Сука, в каждом кустике какой-то сидит. Кузнечик. Мы же затимились. Пожалуйста, иди возьми он банку и успокойся. Все, давай. Громила, иди в центр. И в центре разбирайся там. О! А за это спасибо, бля. Тупо, а бля. Он в стелсе, он сейчас же за мной придет. По-любому за мной придет. Не иди за мной, пожалуйста. Фух, Леон, по-моему, не за мной пошел. Фух. Я боюсь идти в кусты, там кто-то сидит. Бля, хоть одну каточку бы выиграть ему. Хотя бы одну каточку выиграть. Не, мне, конечно, забавно играть, но я боюсь. Не мой аккаунт, мне как-то... Он хоть и разрешил, но как-то не по себе. У себя бы, наверное, сейчас бы пытался вернуть кубки. Но интересно. О. По-любому это ловушка. Да, по-любому это ловушка. Но почему я об этом только говорю, когда умираю? Виталий, я хз, как ты играешь первым уровнем на этих конченых кубках. Я просто не знаю. Минус один. Еще одна катка. Еще одна. Последняя. Пацаны, если хотите как увидеть катки, как Виталий это делает, давайте, ставьте лайки. Отвечаю, если он вернет 500 трофеев, я вам покажу его катки. Но я думаю, что там не будет какого-то экшена, типа он там всех ломает, да. Он будет аккуратнее играть, он будет больше кайтить, нежели вот как я сейчас, да. Зачем я полез за напитком? Зачем я полез? Я первый уровень, мне надо сидеть тише воды ниже травы. Ну или наоборот, тише воды ниже травы. А может, я так и сказал. Но я думаю, вы уловили мою мысль. Вот. Куда я вот сейчас лезу? Я не знаю, а где место мне? Вот где мне место? Вот смотрите, я сейчас между... Давайте, тимимся, все. Братаны, давайте, пожалуйста. Шелли, надеюсь, ты не пойдешь сейчас крысить нас. О, в центр, это весело сейчас будет. Я хочу за этим понаблюдать. Так, она же заберет банку, да, забрала. Так, я стану вот здесь. Ну, в принципе, вот тут. Ну, все, вот так вот стану, вот буду стоять. Соберу пока кубик. А, ну жаль, нельзя, надо двигаться, чтобы не выкинул с игры. А ну, успею собрать кубик и ничего не делать? Челлендж. Ну, конечно, двигаться надо. Боже, знал бы Виталий, чем я сейчас занимаюсь на его аккаунте, он бы мне никогда его не дал. Мне еще так неудобно собирать. Шелли, куда ты идешь? Куда ты идешь, Шелли? Не убивай меня, пожалуйста. Не убивай меня, пожалуйста. Блин, Нита красава, не крысит.
Нита не крысит. Я не успел кубик собрать. Блять, ну и дура эта Шелли. Ой, там Эль Прима. Господи, как сложно. Все. Ну хотя бы кубик дособираю. Я не знаю, Виталий, это невозможно. Если ты вернешь 500 на Мортисе, давайте я продемонстрирую, как он это сделал. Ой. Хотя бы кубик соберу, ну хоть что-то сделаю. Все, я сделал, хотя бы хоть что-то. Хоть что-то завершил. Короче, Виталий, прости меня. Подпишитесь на Виталия, ссылка в описании. Ой, это реально сложно. Но он мне дал попробовать, почувствовать. То есть я вам продемонстрировал, это сложно. Сука, это для меня очень сложно. Не знаю, в комментариях вечно находятся игроки, которые лучше играют меня и всех остальных. Я не все эксперты, и понятное дело. Но, блин, для меня это сложно. Я в этом убедился и хочу посмотреть, как теперь играет Виталий. Вот как можно? Даже если тимишься, сука, крысят же. Ну, крысят же. Ждем, Виталий, когда ты вернешь Мортиса, я об этом запишу ролик. Все, я пошел отдавать аккаунт Виталия, а то будет беда. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся скоро. Пока. Пока.